Старая японская поговорка гласит: «Для храброго генерала не бывает трусливых солдат». Это выражение точно определяет характер молодежной сборной Японии по хоккею. Их генерал – канадский специалист Марк Махан. Смело каждый год выводит своих ребят на лед против сильнейших. И такие ледовые сражения не прошли даром. В этом году Япония стала первой на азиатском кубке вызова. То, что мы увидели на играх, конечно, меня невероятно удивило, потому что в том году азиаты с трудом играли. Ну, очень им было тяжело играть против российских хоккеистов. Они совершили невероятный качественный скачок всего за этот год. И я, и наш директор по проведению соревнований Игорь Ромашин были просто потрясены тем, какие приехали к нам команды по сравнению с прошлым годом. Эти ребята уже неплохо катаются, эти ребята уже играют в пас, эти ребята уже бьют по воротам, а в случае с японцами эти ребята нам уже забивают. Благодаря своим традициям, японские хоккеисты видят в Марке Махани не только главного тренера, но и учителя. Марк родился и начал свою карьеру в Канаде, а позже перебрался в Германию, где играл в одной команде с Олегом Знарком. Чем-то они похожи. Get the trust of the players. Главное – это доверять игрокам, и все будет хорошо. Я уже долгое время работаю главным тренером и во взрослой, и в молодежной национальных сборных. Общение – это не проблема, несложная работа. Это работа, которой я наслаждаюсь. I think it's the hockey culture is pretty close. They listen to their own music. Я думаю, культура любого хоккейного клуба индивидуальна. Кто-то слушает музыку в раздевалке, кто-то по-другому создает настроение, кто-то из парней веселый, кто-то серьезный перед играми. Этим и интересен командный спорт. У каждого свой характер. К примеру, можно увидеть совершенно разную спортивную культуру в России, Канаде и Америке. Со сборной Кореи японцы настроились отлично и одержали блестящую победу со счетом 2-9. Это отличный старт для моей команды. Мы подготовились по всем направлениям, и каждый игрок выполнял свою работу. Отличная игра в большинстве, благодаря которой мы забросили несколько шайб. Для первого матча турнира это хороший результат. Definitely they are much better than us, maybe because
Конечно, японцы намного лучше нас. Может быть, потому что они свою команду собирали из 60 университетов, а мы свою из 5. Тем более, Япония выступает уже в другой группе на мировом уровне. Но скажу, что если, к примеру, одна наша университетская команда играет с одной из их команд, то мы их побеждаем. Но сейчас в японской сборной собраны лучшие игроки. Вот почему они намного сильнее, чем мы. That's the very stronger than us, yeah. So. В молодежной сборной Японии есть еще один духовный предводитель, по-другому и не скажешь. Господин Шоичи Томито, действующий вице-президент Международной федерации хоккея. When I was nearly 14 years old, когда мне было 14 лет, я увидел интересный и захватывающий матч. Наш университет играл с одной из канадских команд. До этого я занимался дзюдо и играл в теннис, но когда увидел хоккей, я сконцентрировался только на нем. Хоккей – это прекрасный спорт, очень быстрый, где надо мгновенно принимать решения. Когда я пришел в команду, там не было вратаря, и все сказали: «Шо, ты новый парень, так что ты должен играть в воротах». О хоккее Томито-сан рассуждает исключительно с точки зрения японской философии. Для него хоккеисты не просто спортсмены, они – самураи на льду. Normally goalie standing so they but short bigger, but he said he plays very small and expanding so well. Therefore, I pretending imitating this player. Обычно не очень габаритный вратарь играет низко и умеет быстро перестроиться. Несколько лет я наблюдал за такими вратарями, а потом выработал свой стиль игры. Невысокий вратарь – это совсем неплохо. Он может видеть весь лед, всю площадку лучше, чем габаритные вратари. Я могу видеть шайбу всегда на одном уровне со своими глазами. В этом и есть оригинальный стиль моей игры. Японцы очень внимательно следят за своими физическими кондициями. Если со стороны понаблюдать за их упражнениями на растяжку, кажется, что это пытка. Но для хоккеистов это обыденное дело. Да, мы действительно занимаемся физической подготовкой по нашим традиционным канонам. Наш наставник Томито-сан уделяет этому большое внимание. Учителя чтут не только японские хоккеисты-самураи, но и ледовые бойцы со всего мира. Когда-то давно к Томито-сан в Токио приезжал 14-летний Павел Буре, а русской ракете господин Шоичи говорит с любовью. Он сказал мне, что я его японский папа. И когда он играл в Ванкувере, он сказал мне, что забросит одну шайбу для меня. И он правда забросил. А потом показал трибунам клюшку в руках. Он правда хороший мальчик. Раньше был мальчиком, а теперь хороший мужчина. Игра с российскими красными звездами была серьезным экзаменом для японцев. Когда счет на табло стал 3-3, японская сборная буквально вцепилась мертвой хваткой в возможность одержать победу. Голы так и сыпались с их стороны. В конце третьего периода россияне уже были не в силах что-то изменить. Голкипер японцев строго сторожил свои ворота. И отыграть россиянам удалось только одну шайбу. Итоговый счет 4-6.
О пользе азиатского кубка вызова рассказали как и Шоичи Томито, так и главный тренер молодежной сборной Японии Марк Махан. Во-первых, хотелось бы сказать, что хорошо, что МХЛ поддерживает проведение азиатского кубка вызова. До этого не было тех, кто бы это сделал на отличном уровне. И Дмитрий Ефимов проделал огромную работу по поддержке и проведению этого кубка, в котором участвуют и Япония, и Корея. Говоря про нас, про сборную Японии, скажу, что это очень важно. Важно показать японским хоккеистам других молодых игроков, тренеров, болельщиков. До этого они не видели такого высокого мирового уровня, не встречались с ним. Это важно для национальной сборной Японии. В любое время можем встретить на льду игроков МХЛ или игроков других лиг. Очень важно показать японским хоккеистам другой уровень игры. Now the second time in Khabarovsk. Therefore, I'm coming to the Khabarovsk for the reconfirming about how promoting. Мы уже второй раз в Хабаровске. Приезд сюда каждый раз мотивирует наших игроков. Здесь я не как вице-президент ИХФ, а как человек, который следит за будущим поколением хоккеистов в Японии. И я очень удовлетворен, потому что арена, организация, соперники – все на высшем уровне. В прошлом году россияне собрали очень сильную команду, и она была сильной для азиатских стран. 9-0, 7-0 – не очень хороший счет для молодых людей. Это совершенно другой уровень. Но в этом году в Хабаровске собрана очень хорошая команда для азиатов. Представитель Международной федерации хоккея Гарольд Спрингфильд подвел общий итог турнира. Этот турнир – лучшая вещь для молодых игроков. Мы начали реализовывать этот проект 2 года назад, и он стал очень успешным. Сотрудничество с МХЛ помогло нам во многом. В наших руках ответственность по продвижению хоккея и возможность иметь очень сильного соседа. После мероприятия Шоичи Томито в торжественной обстановке получил из рук Дмитрия Ефимова памятную плакетку от молодежной хоккейной лиги, а также несколько сувениров. И как истинный японец, первым делом открыл книгу. Когда-то ведь и он учился играть в хоккей по фотографиям и картинкам. Благодаря старанию, уникальной философии игры, вере в свои силы, японцы смогли одержать победу в азиатском кубке вызова. Для страны восходящего солнца это значительное достижение. We play hockey for one reason, to win. Good job! Woo!